Во Дворце спорта имени Гамида Гамидова состоялось выездное мероприятие с учащейся молодежью Хасавюрта на тему «Профилактика и противодействие идеологии экстремизма и терроризма» с участием представителей Министерства спорта Республики Дагестан, Муфтията Республики Дагестан, Министерства молодежи Республики Дагестан, Дагестанского комитета по делам религии, Министерства образования и науки Республики Дагестан и ведущими спортсменами республики. От имени главы города Хасавюрт Зайнудина Акмазова, присутствующий у молодежи и гостей, поприветствовал заместитель главы администрации Исмаил Дадаев. Разрешите мне от лица главы города Хасавюрт Акмазова Зайнудина Дадаевича, от депутатов городского собрания поприветствовать участников сегодняшней встречи и пожелать им крепкого здоровья, процветания, мира и добра, благополучия ваших семьях. Тема сегодняшней встречи является это экстремизм и терроризм в нашей среде. Конечно, это социальное зло, в котором нужно нам вместе всем бороться, объединившись в единый кулак. Недаром говорят руководство МВД России, что экстремизм и терроризм угрожает национальной безопасности не только нашей республики, но и всей Российской Федерации, потому что экстремизм и терроризм как социальное зло, оно проявляется во всех регионах нашей необъятной Родины. По словам специалистов, главной целью встречи является духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Основными темами, обсуждаемыми на собраниях, становятся профилактика всех видов правонарушений в обществе молодежи. Наиболее актуальная тема в среде подрастающего поколения – это терроризм, экстремизм. Совсем молодые ребята не осознают свои поступки, отметила юрисконсульт города Хасавюрт Майя Ахмедова. Но сегодня в первую очередь, ребята, здесь большинство спортсменов, хотелось бы сказать о вашей дисциплине, вернее, о ее отсутствии. И потерянные, скажем так, немного надежды на то, что из вас вырастут достойные спортсмены, потому что отсутствие дисциплины, оно не даст результата. В первую очередь у вас должна быть дисциплина. Вот вы смотрели там ролик как раз, где я выступала в Дурашик и аплодировали. Это действительно приятно. Мне тоже хочется аплодировать. В будущем, глядя на ролики с вашим участием, я более чем уверена, что это может произойти, только немного надо себя воспитать. Хасавюрт – это кузница чемпионов. Давайте ее поддержим. Давайте мы тоже будем, вы, по крайней мере, у нас надежда на вас, что отсюда выйдут все чемпионами. В недавнем времени на родину прибыл новоиспеченный чемпион мира по вольной борьбе в весе 57 килограмм Заур Угуев. Выступая перед собравшимися, Заур обратился к молодежи с призывом к занятию спортом, так как это поспособствует их дальнейшему общему развитию. Хочу сказать спасибо всем, кто приехал нас поддержать на аэропорт. Было очень приятно видеть столько людей на поддержку. Честно говоря, не думали, что столько людей приедут нас поддержать. Это очень приятно. Второе, хочу сказать, молодежи, что занимались спортом. И вели здоровый образ жизни. Спасибо всем. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».